Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть в Halo Reach. Третья миссия — Одинокий Волк. Мы находимся в секторе ковенантов, в захваченном ими секторе. Нам нужно выяснить, почему для них настолько важна эта местность, что они скрывают. Здесь мы с Джуном, другим снайпером. Давайте аккуратненько пробираться вперед. Как видите, пока что все довольно тихо, но я думаю, в ближайшее время это изменится. И, кстати говоря, я хочу на контроллере, по-моему, это делается, чтобы присесть. Вот, toggle crouch. Теперь, когда я нажму присед, он у меня автоматически присядет, потому что не очень удобно. Элит, нужно по-быстрому его и по-тихому нейтрализовать. Готов. Неплохо. Так, ну что, это тут территория врагов. В последней серии мы защищали штаб. В итоге применили орбитальную бомбардировку, и фрегат ковенантов ушел в небытие. Гранты ночуют, поэтому мы потихоньку постараемся одного за другим их уничтожить. Больше никого вроде не видать. Давайте. Я думаю, второй проснется. Тихо. Пробираемся дальше. В бой вступать не обязательно, но я думаю, скорее всего, придется. Как бы там ни было, действуем по возможности максимально тихо. Вид здесь, конечно, облака просто великолепный. Джун. Компьютерный напарник вступил в бой. Придется поддержать его огнем. Еще кто? Я слышу там еще чьи-то переговоры. Или нет? Так, мы тогда пойдем отсюда. Винтовка, конечно, вполне себе. Так, взяли камуфляж, он нам явно пригодится. Мне очень нравится вот этот вот прицел на снайперской винтовке, который отображает то, что мы видим. Это довольно интересно выглядит. Так, наш напарник идет поверху, а мы потихоньку понизу. Recon Bravo to Noble 2, stand by for contact report. Standing by to copy, over. We have eyes on multiple hostiles patrolling the settlement. Is what we're looking for, Cat? Negative, too small. You're not in the dark zone yet. Engage at your own discretion, but keep moving. You heard us, Six. Drop those tangos. Джун говорит, доложился о том, что видит большую группу противников. Спросил у Кэт, это те, что нам нужно? Она ответила, что нет, те намного, в больших количествах. Этих, говорит, выносите. Когда я включаю активный камуфляж, у меня вырубается полностью звук. Дело в том, что не слышно, не видно меня, но я и тоже ничего не слышу. Но после выстрела, естественно... Или нет, даже после выстрела не сбрасывается. Единственное но, то что довольно быстро разряжается. Хорошо, теперь стало погромче. Здесь убитый фермер. Скотина. Засек, смотри. Вошло? Нет, по-моему, не вошло. Минус. Или живой, подожди. Уже не живой. Кто там стреляет? Элит? Это он зря. Подкрепление пришло. И, кстати, вы видите датчик движения, когда мы включаем
Сканер, он просто сходит с ума. То есть сканер, говорю, стелс, камуфляж. Чем круты бронебойные, тем, что они пробивают любые щиты и по два противника сразу. Готов. О, полетел. Засек, но ему это не помогло. Хорошо, там еще народ тусует. Подойду я, пожалуй, поближе. Хорошо, троих одним ударом. Кто на в панике? Так, отлично. Да. Насчет щитов я соврал. Смотри, какой живучий. Готов. Баллон тоже отлетел. Напомню, гранты не могут дышать в нашей атмосфере. Так, постой, ну. Вот это нож. Зачем я это сделал? Неважно. Так, патронов довольно много осталось. Это хорошо. Можем не переключаться на вражеское. Ну и потихоньку двигаемся дальше. Вроде все успокоилось. Или не успокоилось. Вроде спокойно. Так, Джун, идешь. Хорошо. Так, нам, походу, не сюда. Так будет получше. На случай боевых столкновений. Хорошо, куда идем? Куда-то вот сюда, по-моему, через здание. Или даже вот сюда. Нет. Ну, значит, сюда. Какой у нас выбор-то есть? Пока что довольно чисто действовали, да? Вполне неплохо. Включаем ночное видение. Здесь местные, которых затравили просто ковенанты. И я вижу парочку целей. Первый готов, второй в панике. Бежал. Так, минус три. Ох ты, елки-палки. Неожиданно. Главное попасть не в саму пушку. Блин, ладно, нормально все. В пределах. Ты там по команду еще мне. Так, ну пока что все нормально.
Где-то еще элит, по-моему, один есть. Так, товарищ, ты бы выступил куда-нибудь вот сюда, помогал бы мне. А то одному что-то не камильфо. Так, хорош. Давайте пока более-менее скрытными побудем. Вроде бы никого. Все кончились. Ну да. А ты-то что там остался? Показалось, снайпер стоит. Так, окей. Кто-то где-то. В этом окошке. А где-то здесь. Элита, слышу. Только где? Окей. Замрем потихоньку. Сейчас выследим. Откуда? А, вот ты где. И где-то грант еще один. Чем быстрее двигаюсь, тем более хорошо меня видно. Сюрприз. Жилые помещения. Бардак, конечно, полный. Оккупанты наломали. Блин. Ух уж эти парни со своими щитами. Да ты посмотри какое. Так, Джун, идешь? Все нормально. Патрончиков бы, конечно. 7 штук это уже не особо. Где-то здесь дропшип. С кем они там воюют? Посмотри на это только. Это, я так понимаю, местная флора и фауна. Так, ну пусть они рвут, а мы потом займемся остатками. Большие цели приближаются. Приготовься, говорит. Смотри, они рвут просто ковенантов. Что-то даже мой калибр их не берет. Одного уложил, что ли? 3 патрона, если что. Офигеть, вот эта мощь. Давай, сдавайся уже. Все, готов. Нет, вот теперь точно готов. Это культа. Неприятные твари. Ну, судя по всему, травоядные, да? Ладно, идем через камни. Хорошо. Патроны на снайперку, к сожалению, кончились. Они бы нам еще пригодились.
Гром-то какой. Опасное место. Не люблю такие скальные проходы. Выстрелы. Security sidearm standard issue. Target sighted. Так, нашли цели. Noble 2, we're at some sort of pump station. Got eyes on civilians. I'm thinking more local militia. They've engaged hostiles. Местные обороняются. Нужно сохранить их в живых. У них есть данные, которые нам нужны. Так, ну что, давайте приступать. Лучше сразу нестись вихрем. Да, вихрем, как же. Да, у вас тут порядком, я смотрю. Ушел, там один... Ох, япона мать. Аккуратно. Так, это было опасно, но вполне себе нормально. Хорошо, так, тут у нас дробовики. Мне бы, честно говоря, какую-нибудь дальнобойную пушку. Местные сами неплохо справляются, да? Стараются. Неприятная тварь. Вы что здесь делаете? Вся зона должна была быть эвакуирована. Мы вернулись защищать дома. Вот такой вот у нас спрятан по всей территории. Это же, говорит, все своровано. Че, арестуешь меня? Нет, своруем. Ворованное. Так, отлично. Потихоньку, помаленьку. Я думаю, с этим оружием все у нас будет хорошо. О, как плохо. Малек. Неудобное место. Хорошо. Страусы опять. Да, что-то пока что тактика дальнего боя себя не оправдала. Так, мне там в пятки стреляют. Это не очень хорошо. Ой, елки-палки. Да блин, что ж такое? Элита бы хоть одного выцелить. Блин, в последнюю секунду замечаю. Еще кто где? Good work.
О, как его снесло. Так, тихо, тихо, тихо. Ты посмотри. Один элит, видите, сколько проблем. А там еще летят. Тихо, тихо, тихо. Да, офигеть. Спецназ, да вы издеваетесь. Да улетаю же, но... Догнал, нет? Не особо. Так, ребята, что-то вас становится слишком много, по-моему. Я не понял, где все воюют? Элит. Да их там полно. Своего подзорвал, молодца. Готов. Местные вполне себе неплохие вояки. Да хватит орать уже, ну. Здесь ничего нет. Дорога ведет нас к гидроэлектростанции. Так, хорошо. Я думаю, так нормально будет. Ребята, похоже, по своим делам двинулись. А мы по своим. Так, эти с нами пошли. Молодцы. Покажешь нам дорогу. Устье реки, посмотрим, куда она нас приведет. Прямо к электростанции. Запустили 45 лет назад. С тех пор есть электричество в каждом поселении. Позор, что это все пропало. Так, ладно, все чисто, давайте двигаться дальше. Здесь кого-то проходил уже кто, да? Химсвет? Кэт, are you seeing this? Кэт, видишь? Постройка ковенантов. Большой пилон. Хорошо укрепленный. Это глушилка. Считайте, что мы ее взорвали. Просто установите на нее снаряд. Командование что-то большое планирует. Потом взорвете. Мы взорвем. Мы зачистим арену. Потом я установлю взрывчатку. А вы меня прикрывать будете. Так, хорошо. Мне показалось, или там... Да, там довольно серьезно все так. Но я думаю, выбора у нас нет. Придется прорываться с боем. Тут не досталось уже. Добрый день. Отсидимся маленько. Пока что все чисто. Смотри, даже не услышал. Кто-нибудь еще где-нибудь есть? Давайте вот отсюда так сразу сбоку обойдем, чтобы в случае чего тылы были защищены. В
Да вроде пока никого. О, тут их полно. Так, ну что, наши пробиваются, значит, осталось уже можно забыть. Ну мы маленько попробуем. Все нормально. Сколько элитов? Это плохо. По-моему, ни одного не минуснули. Так, надо валить. Валить. Пойдем на зачистку. Так, еще желающие. Минус. Да, серьезный аппарат. Ой, тихо. Все чисто. Какой же чисто? Опасный парень. Для чего опасный? Вот эти белые, они самые такие. Так, все, нужно возвращаться туда и защищать. Там идет подмога. Он пока крепит. А мы пока встречаем. О, плохие парни. Совсем плохие. Тихо, понял. Намек понятен, но усвоен. Они сами сейчас эту штуку снесут. О, блин, обидно. Пока что неплохо справлялись, гады. Но опять два гранта. Это опять две серьезные проблемы. Хотя, знаете, подождем, пока не спрыгнут. Ну, вышли. Так, спокойно. Блин, как можно было промахнуться с такого расстояния? Минус. А второй успеет сейчас, я думаю, дров наломать. Что он сделал только что? Он типа я кинул гранату, он ее обезвредил, что ли? Я не понял, это было плохо. Найти еще одну. Вот, хорошо. Заряды помещены на место. Продолжайте двигаться дальше. Командование хочет знать, что скрывают ковенанты. Так, все, выдвигаемся вдвоем. Эти ребята, похоже,
А нет, с нами пойдут. Это, конечно, выкинуть надо. Ну ладно, потом заботимся. Вполне неплохо так сработали, да? Ладно, открываем ворота. Теперь мы в темной зоне. Так, пушка я предпочел, чтобы ушла. Минус два. Да, стелс тут, конечно, замечательный просто. Крутые пушки. Надо туда как-то... Плохие пушки. Заметили. Минус ноль, товарищи. Держи. Блин, плохо. Кто там? Где там? Вот и я, скотина, прощай. Ушел. Но в целом все довольно хорошо. Продолжаем. Музон, да? Вполне себе. Где его пушка? Это самый слабый. Ой-ой-ой. Мне, похоже, хана, потому что я застрял. Хотя нет. Да, блин, сколько вас тут. Довольно серьезно так просанули. Патронов, честно сказать, вообще беда. Вошло, это хорошо. Так, ты нас ждешь тут, а вон там кто-то бежит, смотри. Ждешь нас тут, а мы сюда пойдем. Блин, что я натворил? Здравствуй. Смотри. Совсем что ли? Блин, да где ты? Замельтешил. Ну ладно, разобрались. Пора валить. Что-то у них как-то получше получается. Патронов практически нет. Где-то здесь была... Установка с пушками. Хотя бы это.
Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Блин, там белые опять. Так, наши. Мертвые, но наши. Сдох, хорошо. Мы уходим сюда, заходим с этой стороны. По-тихому. Потому что поддержки что-то совершенно никакой. То ли наши все перемерли, то ли что. Тихо ждем, пока подзаряется. Сейчас зайдем за спину этому уроду и покромсаем его. Блин, там еще один был. Да, неудачно. Сдохни уже, ну. Готов. Теперь у нас большая проблема вот эта вот. Давай, ищи меня. Фу, это было не очень просто. Но мы справились. Так, а что? Минус. Надо бежать, надо бежать. Это что за пушка? А, ну понятно. Что-то типа игломета, только усовершенствованного. Вполне себе ничего так. Так, еще есть желающие. Стелс вообще вручает, да, модуль? Без него тут посложнее было бы. Кажется, все, нет никого больше. Фу, было напряженно, но круто. И в итоге мы нашли. Просто огромную армию высадки. Видите это? Принято. Ударная сила ковенантов. Это не ударная сила. Это сила вторжения. Все команды, отступайте. Нужно подготовиться к битве. Солнце войдет через несколько часов. Будет очень занятый день. Так, ну что, давайте на этом завершим. Миссия была крутая, следующая, насколько я понимаю, будет чем-то наподобие Call of Duty, то есть огромная массовка, в которой мы будем воевать с ковенантами, то есть армия на армию, это, я думаю, будет круто, как круто все в этой игре, на мой взгляд. Как бы там ни было, увидимся в следующей серии, надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока.